Первой точкой в маршруте объезда стал городской парк. Здесь ведутся подготовительные работы перед открытием. Все элементы на детской игровой площадке установлены. Рабочие приступают к устройству резинового покрытия. Глава поручил спилить несколько аварийных деревьев, подсыпать и разровнять поверхность, навести порядок. У нас заканчиваются работы по благоустройству нашего городского парка по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. На следующей неделе, в субботу, 3 октября, мы планируем торжественно открыть парк после завершения всех работ с концертно-праздничной программой. Приглашаем всех желающих. В час дня у нас начнутся спортивные соревнования с прошколы «Вымпел» на стадионе, и в 2 часа у нас торжественная часть в городском парке. На переулке Комсомольском ведутся работы по комплексному благоустройству. Идет отсыпка щебнем автомобильных парковок, пешеходных тротуаров, проезжей части. Подрядная организация уже заасфальтировала входные группы. Далее посетили двор на улице Ленина, дома 60, 64, 66. Там также ведутся работы. Погода на этой неделе достаточно хорошая, и мы успеваем завершить комплексное благоустройство. Сегодня мы были по адресам, это переулок Комсомольский, улица Комсомольская, Ленина 66, 64 и 60. На этой неделе планируем все заасфальтировать и установить на улице Ленина новую детскую площадку, которую нам приобрела компания «Элемент» Игорь Иванович Макеев. Есть ряд замечаний к содержанию территории торговых объектов. Показательный пример – попавший в поле зрения проверяющих магазин на улице Советской, который расположен возле железнодорожного вокзала. Вокруг объекта можно видеть самый разнообразный мусор – от упавших веток и листвы до бутылок и окурков. Можно смет вот этот убрать, вот это колесо убрать, трос, эти пакеты лежат, все прочее. Да. Собери тогда вот это. Вот это все можно как-то вот культурить здесь. Вот это вот, что это такое стоит здесь? Зафиксировали немало мест с несанкционированной рекламой на деревьях, опорах освещения и теплотрассах. В ходе объезда глава дал ряд поручений. Окос травы, опиловка сухих веток и деревьев, уборка прилотковой части от смета и мусора, мелкий ямочный ремонт. Убрать прилегающую территорию поручено руководству автостанции. Это территория вокзала уже, вот эти все скажут, тогда бутылки, чтобы они здесь все собрали. Большое количество бытового мусора обнаружили по периметру озера Стахановского. Результат отдыха горожан. Было принято решение провести здесь субботник. В целом обстановка по городу спокойная. По вопросам благоустройства, порядка и чистоты можно сказать, что в городе относительно чисто. Таких серьезных нарушений мы не обнаружили, за исключением озера Стахановского. К сожалению, как всегда, стихийная свалка, помойка. Мы силами администрации в пятницу этот участок уберем и наведем там порядок. И то же самое сделаем в пятницу на участке, где брошенное недостроенное здание на улице Томского, рядом с магазином «Магнит». Изменились сроки отопительного сезона. В Электрогорске он начнется с 25 сентября. На этой неделе у нас с опережением сроков идет запуск отопления. Мы планировали на следующей неделе выполнить эту работу, но по заданию губернатора делаем это все переключение и запуск отопления на этой неделе. И в конце дня пятницы появится горячая вода, соответственно, все наши коммунальные службы, ЖКХ, ЕДДС, ТСК, Мосэнерго, управляющие компании в субботу, воскресенье будут работать и заниматься пуском отопления на квартирные дома, потому что с понедельника уже идет похолодание. В случае возникновения каких-либо проблем, незамедлительно обращайтесь в ЖКО «Север», телефон 3-16-21, ЖКО «Юг» 3-21-85, управляющая компания «Эленком» 3-10-42, диспетчерскую службу ТСК «Мосэнерго» 3-21-93, круглосуточная аварийная служба 3-11-76 и единая дежурно-диспетчерская служба 3-04-02.